Друзья, всем привет! Всем огромнейший приветище! Тут такой рой пчел трудится. Ну, пускай. Нужно, наверное, сладенькое все это дело. Немножко у меня изменился голос. Угораздило меня где-то простыть вчера. Это же надо в такую жару умудриться простыть. Ну то ладно, попустит. Что? Пойдем погуляем. Родик, ты куда метишься? Залили вчера вечером весь огород. Ну как буречки, бодренько. Родик, иди сюда, кот мой. Не надо тут ямки рыть. Да, вот здесь рой. Тут песочек тебе. Не, ну надо ж. Ладненько, найдет себе место. Тут тоже все позаливали. И помидоры уже, видите, начинают цвести. Соцветия появились. Пошли, собаки мои. Здесь, кстати, тоже пчелы появились. Как-то их я не обращал, или внимания не обращал, либо их не было. О, какие завязи. Фазан летает где-то. Вот. Лайфхак какой, видите? Там мембрана. Внутри мембрана. Я ее обмотал сверху вот этим фрекенбоком. Так, кто это у нас? Шмель. Сейчас мы его спасем. Где наш сачок? Вот он. Берем сачок. Берем шмеля. И вытаскиваем. Все, шмель. Сохнет тут. Думаю, сейчас шмель. О, класс. Повезло. Сегодня опять продолжим фильтрацию, все это дело. Потихонечку вода светлеет. Я смотрю, вот видите, отверстие, которое, из которого выходит вода. Его не было видно изначально. Теперь оно появилось. Где тут наш рыжий кот? Шо, рыжий кот, справился? Да иди. Быстрее проходи, тут же огурцы. Он стоит, репу чешет свою. Да, ладненько, идем дальше. Елки-палки, Сэма только заметил. Привет, кот. Ого. Потягушечки. Эй ты. Он уже тепленький. Солнце только вышло, сейчас 8 утра. А Сэмик уже тепленький. Балдеем. Ты чудо полосатое. Наверное, я все-таки съем вишенку с утра. Сейчас выберу самую красненькую. Где они тут? Ага, вот. Опля. Угу. Сочная. И кисло-сладкая. Откроем теплицу, потому что жарко. Сильно жарко. Ух. О, как здесь все изменилось. Мы потом в той стороне прорезаем окно для того, чтобы тут, как это говорят, функционировал воздух. Ну, младшая агронома Оксана Сергеевна тут
потрудилась. Все пролили, залили. Это все поливалось теплой водой из бочки. Это мне тогда вставили пистона такого. Пожан где-то там. За то, что я полил прям с этого, с колодца. Ну все вроде нормально. Да? Пойдем. Здесь, как всегда, прекрасный пейзаж. Какая-то птичка. А где-то надо мной птичка. И видите, какой звук издает. Скачал программу, надо будет послушать. На всякие звуки птиц. Вчера мне отправили чай. 5 видов. И среди них там есть ирландский мох. Мох ирландский. Его надо там в аннотацию прислали к нему. Его надо варить, либо в воде, либо в молоке в течение 10 минут. Ну, попробуем заварить эту штуку. Вот помните, где вода была? Вода была вот здесь. Вот смотрите, где вода. Оно видно по шиферу. Вон шифер. Видите, отметки какие. Ой, хороший воздух. Вон опять на том же самом месте. Семейство лебедей. У них там столовая. Вот они на одном и том же месте едят. Вот я выше поднял камеру. А они туда за камыш заплыли. Небо затянуто. Ну, по прогнозу погоды вроде бы нету. Обычно дождь идет, что я заметил, не обычно, а крайне часто. Идет на 28 мая. 28 мая у определенного рода войск праздник. Вот, и собирается вечно. Был сумасшедший концерт на площади у нас. И вечно идет дождь. Хоть маленьких так, ну пройдет. Квакухи успокоились, но там вот, наверное, у них свадьбы закончились. На той стороне там есть какая-то одинокий самец, наверное, квакая сидит. Или наоборот. Вот так мы зеваем. Пойдем. Сейчас надо какого-то лечебного чая себе заварить. Это, наверное, возился вчера с бассейном. Весь день в холодной воде. Она немножко прихватила. Ну ничего. То не самое страшное, попустит. Заросли какие, а? Какой-то такой волшебный лес. А кто это тут к нам навстречу бежит? А? Кисюня. Ты Кисюня? Не выходят на берег. Видать, его испугали собаки какие-то. И сидит только дома. Ну, то и хорошо. Ничего это делать ему. Пойдем, друзья, мы сейчас вкусим какого-то лечебного чая, попьем, заварим. Всем, друзья, хорошего дня, всем мира, добра. Всем огромное спасибо. Остаемся на связи. Всем-всем пока.